Управляющие компании Одинцовского городского округа отчитались об исполнении требования Госжилинспекции Московской области вернуть часть средств за отопление жителям комплекса «Гусарская баллада», которые жаловались на свои управляющие организации. Теплой зимой приходили слишком большие счета. При проверке инспекторы выяснили, что управляющие компании учитывали тепловую энергию на подогрев горячей воды. Обе организации в конце марта получили предписание провести перерасчет. В результате общая сумма возвратов составила порядка 26 миллионов рублей.